Но я жила в такой, знаете, в чисто женской семье. В моей семье это моя мама, сестра моей мамы и бабушка. Я из города Челябинска. Собственно, у меня только положительные и очень хорошие воспоминания о детстве. Никакого насилия в семье. Все меня любили, ласкали, обнимали, целовали. И это самое важное, что мы можем дать детям. Иногда порой этого очень не хватает. Я никогда не чувствовала себя таким брошенным ребенком, потому что мама работала, а я, например, могла много времени провести там, с тетей или с бабушкой, но при этом мама всегда была рядом, всегда помогала мне, всегда могла помочь советом, делом, что-то мне рассказать, показать. И у нас были какие-то совместные путешествия, как, если это возможно назвать, в то советское время.